Всем привет! На связи Мамкин Немец. Мы с вами уже научились оформлять льготный проездной. Давайте теперь научимся отказываться от этого аттракциона неслыханной щедрости, а именно от билета за 49 евро. Это нам необходимо в случае, если мы больше в принципе не хотим пользоваться этим проездным, или же в случае, когда мы его хотим поменять на билет 31 евро тикет. Итак, нам нужно следовать такому алгоритму действий. Вариант 1. Вы оформили 49 евро тикет онлайн через приложение DB-навигатор. Или же вариант 2. Вы оформили проездной 49 евро тикет через местные транспортные компании. Рассмотрим два этих варианта. Первый. Вы купили проездной онлайн через приложение DB-навигатор. Для того, чтобы отказаться от этого билета, заходим на сайт abobahn.de. Ссылочку оставлю в описании к этому видео. Для авторизации на сайте нажимаем кнопку «Anmelden». Вводим логин и пароль, который вы использовали для входа в приложение DB-навигатор и покупки билета за 49 евро. Дальше на скрине выбираем Deutsche Bahn. Теперь нужно ввести свою персональную информацию. В поле «Абонумер» вводим 9-значный код абонента, который написан у вас возле штрих-кода в приложении Deutsche Bahn Navigator, или который можно найти в мейле от Deutsche Bahn, который вы получили в подтверждение покупки билета за 49 евро. Дальше дата рождения и индекс. Нажимаем кнопку «Hinzufügen». Попадаем на портал, где можно увидеть все наши билеты и проездные. Нас интересует именно 49 евро тикет. Находим его и кликаем по нему. Отображается актуальная информация по билету. Когда зарегистрирован, на кого и так далее. Внизу находим кнопку «Kündigung». Кликаем на нее. Далее на скрине нам предлагают выбрать причину расторжения договора. Выбираем «Ohne Angabe». Далее нам нужно выбрать дату последнего дня действия проездного. То есть, если мы отказываемся с августа месяца, мы выбираем 31.07.2023, то есть 31 июля. Дальше нам предлагают проверить введенную информацию. Если все хорошо, нажимаем кнопку «Abkündigen». Все, расторжение договора прошло успешно. Подтверждение о разорвании договора придет к вам на почту на указанный вами адрес. Теперь давайте рассмотрим расторжение договора 49 евро тикет, оформленного через местную транспортную компанию, на примере компании РМФАУ. Существует множество этих компаний, но процедура одна и та же. Идем в ближайший офис своей региональной транспортной компании и просим бланк «Kündigung». Для примера, в офисе РМФАУ вы получите вот такой бланк. С помощью этого бланка вы можете разорвать любой договор, заключенный с этой транспортной компанией, то есть любой проездной. Заполняем анкету. Фамилия, имя, улица, номер дома, индексы, город, дата рождения. Дальше вводим код вашей фар-карты, напечатанный на пластиковом проездном. А также его можно найти в бумажном письме, которое вам прислала местная транспортная компания. Напомню, в нашем случае это РМФАУ, и начало кода начинается с числа 36. Вводим остальные цифры вашего проездного. В поле ЦУМ вводим последний день действия фар-карты. То есть, к примеру, вы оформляете проездной для своего ребенка только на август месяц. Значит, в поле ЦУМ должна стоять дата 31.08.23, то есть 31 августа. Дальше ставим дату заполнения. А я напоминаю, чтобы расторгнуть договор, вы должны заполнить это заявление до 10 числа месяца, следующего перед тем, на который проездной вам не нужен. То есть расторгнуть договор с сентября месяца можно только до 10 августа. Внизу ставим подпись. Отдаем заявление сотрудникам транспортной компании и считайте вы без проездного на указанный месяц. Если видео было полезным, буду рад лайкам и подписке. А если остались вопросы, то можно пересмотреть его заново.